Ты пришел в библиотеку, в царство книг и мудрых знаний. Открывай свой рот пошире, громко что-нибудь кричи, песню спой, погромче свистни, или с другом поругайся, чтоб все видели, ты знаешь, где и как себя вести. Если ты пришел за книгой в детскую библиотеку, доставай скорее из сумки все, что можно пожевать. Булку, яблоки, конфеты, пирожок с начинкой липкий, чтоб потом рукою грязной все страницы пролистать. Почитать решил ты книгу, не бери с собой закладку, послюнявь получше палец, сильно начинай листать. Ничего, что лист ты вырвешь, что оставишь пятна грязи. Если книга разорвется, то тебе-то наплевать. Вот себе ты выбрал книгу, и, уйдя с абонемента, подари кому угодно, или просто зашвырни, или оставь ее на парте, спрячь поглубже под диваном. В общем, в срок библиотеку ни за что не приноси. Если же библиотекарь тебе сделал замечание, покажи язык побольше или засмейся ей в лицо. Можешь громко заругаться, топнуть в ярости ногою, чтобы было неповадно ей воспитывать тебя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так. Так везде себя нельзя! Уважаемый читатель, всегда помни, что после тебя мне придется побывать у других читателей. Поэтому я прошу тебя, никогда не трогай меня грязными руками, ведь мне будет стыдно перед другими. Не используй вместо закладки ручки и карандаши, ведь от этого рвется мой корешок. Не делай на мне значки своим ногтем, чтобы запомнить, где остановился, ведь от этого портятся мои страницы. Не чиркай на мне ручкой или карандашом, ведь от этого я становлюсь некрасивой. Не клади меня раскрытой на стол лицом вниз, ведь тебе не понравится, если так будут обращаться с тобой. Помогай мне оставаться свежей и чистой, а я помогу тебе быть счастливым. Thank you.
Пятачок, а не пойти ли нам в библиотеку? Зачем? Да я тут подумал, не пойти ли нам в библиотеку почитать? А я ведь давно тебе предлагал пойти в библиотеку. А ведь точно. Ты ведь давно предлагал, а я и забыл совсем. Ну, так пошли. Угу. Думайте сами, решайте сами, читать или не читать, читать или не читать.